представляете, на какие гадости он способен! О, я представляю. Прочел его резюме. Особые навыки. Жуткие гадости, невыразимые гадости, чудовищные гадости. Он очень разносторонний. А еще он жонглер. Вы что, продолжаете твитить после того, что я сказал? Мамуля! Звонок абоненту мамуля. Сюда! Один! Вот так! Соберитесь! Не отставать от меня! Ощутили? А? А? Как горят пошли! Мы вернемся после новостей! Пацаны, за дело! И вот так! Разминка рейнджеров скоро продолжится. Гореть! Сегодня в 5, без всякого предупреждения, была уничтожена еще одна необитаемая планета. Давай, давай! Запуск команды. Ты ведь снимаешь, да? Двое гражданских спасают город. Вперед, Катя! Сделаем тебя рейнджером. До скорого! Воспламенители – основа нашего арсенала для стрельбы с короткой и средней дистанции. Альфа-лучевой искатель стреляет мощнейшим плазменным потоком, поражая сразу несколько целей. А вот эта крошка-переговорщик стреляет несколькими ракетами большой силы и дальности, пробивает тяжелую броню. Это Чилы. Разжигатель. А я даже не знаю. Болгарка смерти. Энергограната? Я не жалуюсь. До меня тут работал один гений. Доктор Нефариус. Как он с катушек съехал. Серьезно, в злодеи подался. They felt the time was ripe to stage their coup, but I knew what to do. Using my wit, I thought of a great plan. Get them all jobs like average slums. They were not too keen on my idea, so they pulled tight ends on me. Фигурка Рэтчета в натуральную величину. Новый галактический рейнджер Рэтчет! I saved the town. Thank you.
Ханк, смотри! Вы были на взводе, в полном отчаянии. В депрессии. Мы не знали, что делали. Предательство было криком о помощи. Правда? Станет правдой книга «Исповедь», парочка интервью. Холофильм. Нет, трилогия. Вот ваше удостоверение. Добро пожаловать. Гражданам надлежит сидеть дома, пока власти ищут выход из кризиса. И хотя население планеты было успешно эвакуировано, остается вопрос, тому ли Ломбаксу мы верим? Она прекрасна! А, я смог, папа! Получилось! А. Тем временем Кланг вырубит все остальное оружие, взломав систему. Все оружие отключено. Бывший капитан, а ныне рядовой Кварк, начнет большое турне с извинениями, чтобы беспардонно презентовать свою книгу. Ну, сказал же уже, извините меня. Поражу вас своей невероятной скромностью. Я говорю о новом рейнджере, ходячей сенсации, Рэтчете. И сразу возникает один вопрос. Чем займется Ломбакс после спасения галактики? Safe from both supervillains and superheroes alike.